Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Хорев и... Всем привет, с вами Максим. Итак, мы сегодня решили сделать новую рубрику на нашем канале «Угадайка». Сегодня я загадал 20 игроков, вот они все, и Максим их видит. Сегодня я загадаю одного из них игрока, и Максим тоже, и мы по 5 вопросам должны догадаться, кого друг из нас загадали. В общем, ну, я думаю, все легко, по ходу мы разберемся. Да, ну что же, давайте быстренько пробежимся, мне кажется. Чёрлка, Промес Иванович, Марио Фернандес, Смольников, Смолов, Криши Татаски, Мануэль Фернандеш, Дзагоев, Грант Ишатов, Денисов, Зе Луиш, потом Игорь Денисов, Фернандо, Ригони, Нубо и Александр Самедов с Василием Березуцким. Ну что же, давайте первый вопрос. Кто, Максим, ты или я? Давайте. Ну давай. Итак, я сейчас загадываю игрока для Максима. Я в видео, наверное, это вставлю, кого я загадал и кого Максим, чтобы вам было это понятнее. Ну все, я, в общем-то, загадал игрока. А ты загадал? Все, не меняем по ходу игры игроков. Какого загадали, такого и остается. Ну что же, все, я загадал, все. Итак, вопрос. Этот игрок имеет российское гражданство? Да. Так, российское гражданство, то есть сейчас я убираю... Блин, как бы мне было их убирать? Так, вот, так, закрашивай. Да я в курсе. Их долго рисовать. Во, где, во. Так, видите, что... не то. Отсюда, отсюда, во. Так, Чёрлука у нас... Как вот это вот? Ну что так вот? Так, не имеет гражданства Промес, я их кругляшочек сделаю, кого мне не надо. Иванович тоже не имеет, Марио Фернандо считается, Смольников, Смолов, Кришита, Тоски, Португалец, так, Гранквист, Денисов Узбекистан, поэтому я надеюсь, это Максим знал. Вот, тут вот, ну, Бо, Ригони и Фернандо, в общем, вот. Теперь, Максим, твой вопрос. Вот сейчас Максим убивает всех зайцев, мне кажется. У него... Чё ты, какой вопрос? У него дело цветов? Нет. Ну что же, Максим сейчас, может быть, быстренько посчитает, сколько у него осталось. У меня 2, 4, 5, 6, 7. У меня осталось 7, или я что-то сбился. Раз, два, три, четыре, пять. А ты надо считать? А? Считаете, ну давай посчитаем, мне кажется, он чернокожий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У меня осталось 8 игроков после первого вопроса. Максим, сколько у тебя осталось? Получается 4. 4 игрока у тебя осталось? Так что вот так вот сразу же меня Максим валит. Но сейчас это прям... Максим может сейчас просто-напросто, я не знаю, может, если он захочет, у него есть 3 попытки по ходу игры, чтобы отгадать этого игрока, то есть 3 попытки на... 4. Нет, у тебя 4 игрока и 3 попытки отгадать этого игрока. Ты можешь наугад назвать, может быть, и попадешь. Ну, в общем, второй вопрос. Так, какой бы вопрос? Этот игрок из ЦСКА? Нет. Нет. Смольников пшёл. Этот пшёл. 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 Чёрт. Игрок не из ЦСКА. Не из ЦСКА. То есть ты игроков ЦСКА зачёркнул? А, ну ок. Раз. Два. И три. Теперь твой вопрос. Он играет в Спартаке? Да. Итак, у меня осталось 5 игроков.
Это Смольников, Смолов, Шатов, Денисов и Самедов. Так. Ну давай, я теперь задаю вопрос. Третий наши вопросы. Этот игрок защитник? Нет. Нет, значит мы убираем отсюда Смольникова. И все. Да, короче, вот так я сделаю, мне там ряд больше не нужен. Ну давай твой вопрос. Этот игрок нападающий? Давай я скажу нет, но вот по фифе он точно нет. Вот. Попёрли следующий вопрос мой. Этот игрок. У меня сейчас смотри. А, нет, тут вон кто-то. Этот игрок из Зенита. Короче, ну друзья, вот смотрите, вот я этого играю, но есть еще и вопрос у Максима. Давай, Максим. Он полузащитник. Да. Ну в общем, давай я скажу, а потом ты, окей? Давай. Мне кажется, что ты загадал Олега Шатова. Блин. Отлично, друзья, все. Теперь ты. Кого ты, как думаешь, я загадал? Фернандо. Да! Купромес! Реклам Инстаграм! Так, друзья, я думал сейчас, Максим, я забыл про Фернандо. Я думал, он сейчас спросил, этот игрок нападающий? Я такой говорю, нет. То есть он отчеркивал за Луиша. Я забыл про Фернандо. И тут такой Максим такой, это Фернандо. Ну, в общем. Мася. Ты где там? Я тут. 1-0 в мою пользу. Так, друзья, ну что же, давайте посмотрим, понравилась ли вам эта рубрика. Я могу также сделать такую же, типа, фигурку с другими людьми, которые прям понимают, как Максим и я, суть в футболе, да? Например, даже со Святославом. Вот. Играть футболистов это другие. Да. Так что это мы видео как бы назовем «Угадайка с Максимом РФПЛ». Но, может быть, я могу сделать сразу же угадайку английской премьер-лиги, разных лиг, в общем. Так что пишите еще в комментарии, какие вы хотите, чтобы лиги были с Максимом именно. Так, под этим видео. Ну и ставим лайки, подписываемся на наш канал. Да. И подписываемся на наши странички ВКонтакте. Также на нашу группу. Да, там много интересного и всякие идут небольшие спойлеры к нашему видео, что типа мы, например, скоро выложим что-то такое. Ну и участвуйте в наших опросах. С вами был Андрей Хорев. И Максим Мельников. До новых встреч, друзья. До свидания. Пока.